Всем привет, друзья! Собрали Fiat Ducato по просьбе Игоря из города Ростов. Не стесняйтесь, не стесняйтесь, не уходите. Рома, ну-ка, подержи-ка. Сейчас сними. Пойдем больше. Что вы нам видеоотзыв оставите? Всем привет, друзья! Гости из солнечного Ростова заказали у нас автомобиль Fiat Ducato. Вот, попросили собрать его в специальной комплектации, бортовой автомобиль с кондиционером, потому что жара у вас, да? Без кондиционера вообще нет. Вот, соответственно, борт тент, Красногорск, размеры 370. То, что хотели, визуально все понравилось. Это главное, чтобы водителю понравилось. Главное, чтобы водителю, да. Так вот, еще когда к нам выезжали за получением автомобиля, сказали, блин, планки хотим. Вон, поставили туманки. Спасибо. В самый последний момент пришлось ускориться, сделать невозможное, но все было сделано. Поэтому любой каприз по вашему желанию. Всегда? Да? Вы довольны? Да. Спасибо. Ну, спасибо. Надеемся, что это спасибо. Не последнее приобретение. Ну, с Иваном разговариваешь. Прекрасно. Да. Все. Так. А сейчас уже будет выезжать. Вот. Такие маленькие. Где она? Вот она, главная принцесса. Давай. Что, для тебя машину купили? Она как будто уже знает, куда садиться.